Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится телефон Xiaomi Redmi 12C. И сейчас мы разберемся, как очистить историю браузера на данном девайсе. Итак, для начала мы переходим в браузер на нашем телефоне. Это может быть Google Chrome или любой другой браузер. После чего нажимаем на три точки в правом верхнем углу и выбираем историю. Если вы хотите убрать какой-то конкретный результат поиска или какую-то конкретную ссылку, вкладку, нажмите просто на крестик возле той ссылки. Если хотите выбрать сразу несколько, зажмите одну, а потом повыбирайте еще несколько, нажмите корзинку в конце. Если результатов истории слишком много, то нажмите «Очистить историю» вверху. Здесь у нас в основных настройках можно удалить историю браузера, почистить ее, файлы куки, почистить истории изображений разных. В дополнительных настройках также можно будет удалить и пароли с данными для восполнения и настройками сайтов. Просто проставьте галочки в том, где, что вы хотите убрать. А потом выберите последний временный диапазон и нажмите «Удалить данные» в правом нижнем углу. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Hardreset Info и ставьте лайки. До скорых встреч!